Добрый день, ребята! Совсем немного времени осталось до 23 февраля. В этот день ежегодно в России отмечают самый важный праздник – День защитника Отечества. Страна чествует своих героев, всех, кто защищал нашу Родину, кто защищает ее сейчас и будущих защитников. В этот день дарят им подарки, памятные открытки, сувениры, возлагают цветы к мемориалам. И сегодня я предлагаю вместе с вами сделать памятную открытку для защитника Отечества. Для этого нам понадобится цветной картон офисный. У меня синего цвета, голубого. Желтая металлизированная бумага. Или фоамарин. Вот у меня такая бумага. Карандаш, линейка, триколор. Триколор у меня ленточка. Можно сделать из трех полосочек. Белого, синего и красного. Крепированная бумага красная для гвоздики. И приступаем. Складываем пополам лист А4 для основы открыточки. Делаем все аккуратно, чтобы было все ровненько. Затем приступим к изготовлению звезды. Вырезаем вот такой шаблончик звезды из желтой бумаги или фоамарина. Можно найти в интернете шаблон. У меня вот такого размера. Смотрим, чтобы был он меньше вот красной звезды. Красную звезду мы должны вырезать вот поменьше размера от желтой. На бока, с каждого боку можно оставить вот для того, чтобы крепить звездочку. Вот такое расстояние отрезаем. Можно сделать прямое. Вот так. И приступаем. Приклеиваем звездочку желтую к основе открытки. Я клею на двусторонний скотч. Можно приклеить на клей. К изготовлению красной звездочки. Можно скачать шаблончик в интернете. Вот такой. Чтобы звезда красная была у нас объемной, мы ее складываем. Вот здесь я начертила. Могу показать вам. Здесь 5 концов у звезды. От каждого конца звезды мы будем сгибать линии. Вот так. Смотрите, я вам покажу. Вот каждую линию мы складываем, чтобы получилась звезда объемной. Вот так. Вот от этого конца и вот. Складываем все эти линии и получаем вот такую звездочку. Мы ее потом аккуратно сгибаем и получаем объемную красную звездочку. Я также клею на скотч. Вот здесь, где мы оставляли вот немного больше места, и здесь мы приклеиваем. Теперь аккуратно приклеиваем к желтой звезде и смотрим, чтобы она была аккуратненько и ровненько приклеена. Вот так.
и немножко была объемной. Вот здесь можно ее поправить. Получаем такую звездочку. Вот получается такая звезда у нас, ребята, объемная. Сейчас мы приступим с вами к изготовлению вот такой гвоздички. Сначала мы сделаем стебелек гвоздики. Можно взять палочку или зубочистку, или стержень от ручки и складываем, сворачиваем стебелек. Его подклеить можно ручкой, подклеить клеем, чтобы он у нас хорошо держался. Такой стебелек у нас получается. Здесь мы в конце тоже так же приклеим его. Такой стебелек у нас будет гвоздика. Так, вырезаем квадратики из скрепированной бумаги. Их можно сделать 8-10 вот таких квадратиков. Складываем по диагонали квадратик. Вот так. Затем еще раз складываем. Сделаем здесь, чтобы было круглой, закругляем. Так. И можно сделать вот такие надрезики. Неровные срезы делаем. Здесь прорезаем вот пополам, вот так, не до конца. На уголке мы сделаем такой разрез, чтобы получить отверстие. Получаем вот такой лепестки гвоздики. Затем мы возьмем один круг, приклеим его вот. Снизу вот так и также приклеим. Получился у нас вот такой цветок гвоздика. Расправляем каждый пушистый цветок, получился. Расправляем все, и такая гвоздика у нас получается. Затем мы возьмем еще зеленую бумагу. Нам понадобится совсем немного. Здесь мы основание вот
здесь будет у нас цветка. Вот так. Получаем. Так. Вырезаем листики из бумаги также. Такие листики у нас. Вот такие листики. Приклеиваем гвоздики. Можем приклеить еще один лепесток, листик. Вот так. Вот такой цветок у нас получается. Затем мы его приклеим к основе открыточки. Давайте мы его приклеим скотчем, чтобы он у нас хорошо держался. Берем наш триколор, также приклеим его к открыточке, к основе. Давайте его тоже приклеим также скотчем. Лучше, конечно, приклеить триколор на клей на момент, чтобы он держался крепче. Подписываем открыточку. Можно сделать, подписать, как вам нравится. Я подписала вот так открытку. И также ее приклеиваем. Такая открытка у нас получилась. Спасибо за участие. Открытка наша готова.